Ну, мы сыграли уже два матча с Одессой. Домашний, вы помните, и довольно-таки неплохо мы провели. И сыграли, и провалили полностью защиту. Наверное, первый раз, одна из первых, ну, может быть, даже одна из команд в этом чемпионате, которая забила нам 100 очков. 101, по-моему, даже. Поэтому мы провалили защиту, и вопрос в защите. Будем играть в защите, я думаю, вопросов не будет. Команда... Те, что серия начинается в Одессе, как вы знаете? Это нормально. Это, я считаю, что нам нормально. Вытащили мы билет лотерейный. Заканчивать дома всегда намного проще, чем в гостях.